Все провода, все провода, все вместе, все. Сейчас, ой-ой-ой. Здравствуйте. Где я? Сейчас я найду, где у меня какие провода. Вот, так, все, на месте. Здрасте. Так, как у вас? Как дела? Хорошо? Спасибо, а вас? Ничего, дел много. Ольга Владимировна, Да. У меня очень проблем, у меня глаза болит, Так. голова крутит. Ой, это сегодня или всегда? Нет, нет, нет. Да, раньше были эти Раньше. проблемы, будет, я лечу, Так, потом да. здоровье. А сейчас это доктор, я Так. приехала, Угу. доктор разговаривает, Так. 1 месяц не читает, не смотрит. Ага. Поняла. А меня уроки очень интересуют будет. Ну, Можно? Я вы слышу. слушаете, да. Я слушаю. Не читаю, не Угу. открываю. Поняла. Я слушаю вас. Поняла, слушайте, хорошо. Ну, когда мы говорим о чем-то, вы можете тоже, да, что-то сказать, правильно? Вы же Хорошо, будете хорошо. слушать, вот и слушайте нас. Да, Так, я слышу вас. сейчас я себе сделаю отметку. Так, вы у меня... Ой, как вас зовут-то? Так, группа Здравствуйте, 7. Добрый. Здрасте, Хадижа, да? Хадижа вы? Да. Хадижа, так, ладно. Ну, будете говорить только, значит, ничего. Хорошо, спасибо большое. Слушайте, слушайте и говорите. Это проблема. Хорошо. У нас даже бывает, что экзамены в университете сдают студенты, кто не видит, например. Да. Ну что теперь? Да, что сделать? Экзамен Так. Дает, пусть это здоровье будет, экзамен дает. Угу. Ничего, у нас экзаменов нету, но все равно. Так, сейчас минутку я посмотрю еще, что у меня здесь. Так. Так. Угу. Ну хорошо. У нас последний урок был. Скажите, какой? Что мы делали? Пошел, пришел, такие глаголы, да? Не помните, какой номер урока был? 29. 29. Я уже отправила, да? Или мы читали? Так. Угу. Сейчас посмотрим. Это я вам отправила или мы уже читали? Отправили. Отправили. Угу. Хорошо. Так, сейчас посмотрим. Значит, там были тоже глаголы. Да? Ходить, выйти. Так? Войти. Войти, пойти. Хорошо. Сейчас я быстро здесь поменяю, чтобы нам... Угу. Смотрим. Это глаголы были «войти» и «выйти». Да? Вот вы мне тоже скажите, куда вы ходили?
Куда вы ходили вчера, например? Кто куда ходил, не помнит. Или не ходили никуда? Утром я ходила в школу. Так. Но мы сегодня чуть-чуть опоздали. Нам нужно в 8 часов в школе. Но сегодня мы вошли в школу в 8:30. Пришли, можно, да. Пришли лучше сказать. Пришли в школу. Пришли, да, в школу. Пришли в школу 8:30. Так. И что было у вас? Ругали вас? Нет? Дочка сказала... Не ругали, потому что это редко она опоздает. Ясно. Не каждый день. Да. А то каждый день тогда бы ругали. Ясно. Конечно. Ну, давайте все скажем, куда вы ходили вчера, может быть. Казим, вы куда ходили? Я на работу ходил. На работу ходил вчера. Так, ага. Вчера был у нас какой день? Воскресенье? Воскресенье, да. А, и вы работали? Да. Вы каждый день работаете? Не каждый день. Иногда буду на... Вершу на документы или дети в школу. Надо будет на кафе работать. Понятно. Ага, ясно. Так, Тайба, вы вчера куда ходили? Вчера никуда не ходила. Так, вчера не ходили никуда. А сегодня, может быть, утром? Утром я ходила в детском саду. Детский сад. Детский сад. Детский сад, да. Вопрос «ходила», «куда» и будет детский там именительный падеж. Да, это слово не меняется. «Ходила в детский сад». Так, угу. Люсия, куда ходили вчера? Никуда. Никуда. В центр? Так, но это все равно вы ходили куда-то. Так, угу. И что делали там? Что делали? Купила? Ага, кушали чего-то. Ясно. Рона, вы ходили куда-нибудь вчера? Извините, пожалуйста, вот. Вопрос такой. Куда вы ходили вчера? Где вы были? В магазине, кино, может быть, на рынок ходили? В кино. Кино. Понятно. Да. Не поняла вопрос. Ну, вопрос, куда? Куда ходил? Это же мы помним. Я иду, ты идешь. Так? А если это было раньше, значит, ходил. Нет, я дома. Была дома, понятно. Была дома. Вот. Так, и гулям. Я работаю вчера. Вы вчера работали. Работаю, ну, да. Значит, вы ходили куда? Ходили на рынок. На рынок, на работу. Угу. Да. На рынок, на работу. Понятно. Ну, давайте посмотрим вот что. И здесь слова, видите, упражнения, да? Да. Первое, вот здесь вопросы «вышел» или «вышла» или «вышли». Вопрос «откуда?» И надо слово поменять.
это будет родительный падеж. То же самое, например, как вы говорите, откуда вы приехали, да? Да. Например, Антон вышел откуда? Вокзал. Из вокзала. Вокзал. Из вокзала. Да, да, да. Да, Антон вышел из вокзала. Вокзала. Угу. Так. Дальше. Про аптеку что мы скажем? Люсия, знаете, как сказать? Давайте. Да. Вот как мы здесь скажем? Марина вышла. Из аптеки. Из аптеки. Потому что, когда мы спрашиваем, например, откуда вы приехали? Да? Из Афганистана. Да? Будет «а» на конце. Если аптека, так же, например, как Россия или там Сирия. Из аптеки. Из аптеки мы «а» должны поменять. Из аптеки. Да. А что мы скажем про туристов? Туристы? Мишли. Угу. Из музея. Да, да. Туристы вышли из музея. Угу. Хорошо. Так. Значит, аптеки здесь мы поставили «и». А здесь было слово «музей». Мы сказали «из музея». Угу. Это был глагол «вышел». Да? Что сделал Антон? Антон, что сделал? Он вышел. 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 Угу. Марина, она вышла. Вышла. Угу. Туристы, это они. Они вышли. Вышли. Угу. Так. Люсия, послушайте вопрос, скажите. Откуда вышел Антон? Из вокзала. Откуда вышла Марина? Из аптеки. Откуда вышли туристы? Из музея. Хорошо. Так. Казим, можете читать? Вот здесь сейчас я покажу, там, где первое слово «он». Он? Он вышел из торгового центра. Здесь не вышел, здесь наоборот, вошел. Он вошел. Он вошел в торговый центр. Торговый центр. Угу. Так, вот здесь мы слово «торговый центр» не меняем, потому что это... Вопрос «куда?» и это винительный падеж. Так, слово «центр» мы не меняем. Так, ну, может быть, давайте не «он», а, скажем так, пускай будет «Рома», а здесь «Зоя». Угу. Так, а вот здесь надо подумать. Мы это слышали с вами. Может быть, надо поменять. Так. Угу. Так, Таиба, можете прочитать? Хорошо. Зоя вошла в ванную комнату. Молодец, да. Зоя вошла куда? Угу. В ванную комнату. Так, мы здесь поменяли, да? Почему? Да. Потому что комната – это... Женский род. Женский род, она, да? И мы слышали с вами тоже, в какую комнату, в ванную. Угу. И то же самое будет следующее. Так, кто у меня? Давайте. Ну, давайте читайте тоже вы. Угу. Гости. Гости вошли в большую кухню.
Угу. Так, гости вошли куда? В большую кухню. Да. Угу. Большую кухню, да. Мы меняем слово «большая». Так, какую? И угу. Слово «кухня» тоже «кухня». Хорошо. Так, теперь вот здесь тоже думаем. Угу. Куда вошел Рома? Все вместе можете говорить. Торговый центр. Рона вошел в торговый центр. Так. Угу. Куда вошла Зоя? Вошли в ванную комнату. Ванную комнату. Угу. И куда вошли гости? Вошли в большую кухню. Большую кухню. Угу. Так. Или можно спросить, что? Что сделала Зоя? Что сделала Зоя? Зоя вошли. Вошла. Вошла в ванную комнату. Прости. Так, что сделал Рома? Рома вошел в торговый центр. Так, хорошо. И теперь вот надо тут подумать. Глагол. Вошел или вышел? Вошла или вышла? Первое это Галина. Это будет вошла или вышла? Вошла. Так, Галина вошла, правильно? Угу. Галина вошла в спальню, хорошо. Так, а второй будет? Вышла. Вышла. Галина вышла. Из спальни. Да, из спальни. Угу. Так, а потом будет Владимир. Вошел, вышел. То есть из, да, значит вышел. Угу. Вышел из поликлиники. И четвертый Владимир. Вошел. Вошел. Да. Вошел. Поликлинику. Хорошо. Так. Вот я хотела вам показать, как меняется слово. Например, гостиная, да? Угу. И ванная, так? Угу. Мы знаем, помним, что такое. А прихожая, это что такое? Это где? Какая часть квартиры? Это коридор. Угу. Когда мы входим, когда мы пришли, так? Да. И вот эти спальни немножко по-другому. Когда мы говорим «гостиная», это как бы ответ на вопрос «какая?» Какая комната? Гостиная. Гостиная. Да. Поэтому вот в гостиной это вопрос «где?» Где? Да. И в гостиную «куда?» Это «куда?» Угу. В ванной «где?» «Где?» Угу. В ванную «куда?», куда? Угу. Прихожая тоже. В прихожей. «Где?» «Где?» В прихожую это? «Куда?» «Куда?» Угу. «Куда?» Так. Вот. Можно сказать так. Мы говорим про Мишу. Есть время, да? И первое действие – это он вошел, так? А второе – вышел. 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 Как вы думаете, где Миша? Где он был? Спортивный зал, да. Спортивный зал или спортивный клуб, так? Вот в 5 часов, что мы можем сказать, что он сделал? Вошел. Он в спортивный зал. Угу. Он вошел в спортивный зал. Так. А когда он вышел из зала? Он вышел из зала 6:30. Так, 6:30. Ага. Значит, сколько он был в спортивном зале? Он был в спортивном зале 1,5 часа.
Да, полтора часа. Угу. Дальше. Здесь кухня. Угу. Первое у нас действие – это вошла, да? Ну, потом вышла, так? Вот, например, Нина. Когда она вошла на кухню? Девять вошла. Девять вошла. Так, и когда вышла? 9:10 вышла. 9:10. Да. Можно сказать через 10 минут. Да, можно, да. Через 10 минут. Через 10 минут вышла. Так, она долго была на кухне или недолго? Недолго. Недолго. А почему так недолго? Потому что 10 минут. Она готовила что-то? Да, он салат готовит. Вот, да, просто она порезала, да? Да. Порезала, да, овощи. Так, вот какие-то друзья у нас. В час дня что они сделали? Как они вообще, они, где вообще, как вы думаете? Они... Аэропорт, да. Они вошли, да, вместе вошли в аэропорт. Во сколько? Во сколько они вошли? 13 часов. Да, 13. Так, а вышли из аэропорта? 18 часов. Так. Теперь смотрите, мы говорили вошел, вышел, вышла, да? Это все было прошедшее время, то есть то, что было, да? Вчера, позавчера, так? Раньше вошел, вышло. Сейчас примеры, посмотрим примеры будущего времени. Так, где синее, там ударение. Посмотрите, как здесь можно рассказать об этом. Угу. Давайте, Рона, читайте, уже начала. Я? Я выйду. Я выйду из? Выйду из вышел. Нет, подождите, там автобус, да? Да, автобус. Угу. Так. Я выйду из автобуса. Угу. Так. И войду куда? В метро. Угу. И войду в метро. Так. А если мы... Давайте, кто у меня прочитать может? Джамила, прочитайте. Мы. Мы выйдем. Выйдем. Угу. Из автобуса. Нет, там не автобус уже. И... Второе. Да. Внизу люди сидят. Да. Мы выйдем из кино. Угу. И выйдем из кафе. Кафе, да, выйдем из кино, войдем в кафе. Хорошо. То есть это все в будущее время, это потом. Угу. Так, давайте. Гуля, можете? Да. Ты. Да, ты ведешь. Угу. Маршрутка. Да, из маршрутки. Я ведешь. На... Нет. И. А, нет, и. Я. Да. И войдешь. И ведешь на... Угу. Магазин, да? Почта. Почта. А, почта, да. Я ведешь на почту. И войдешь на почту. На почту. На почту, потому что почта она, да? Угу. Вот, нам надо сказать на почту. Угу. Хорошо. Так, Казим, вы? Да. Вы ведете из самолета? Угу. И войдете в, это что ли, да,
Аэропорт там написано. Аэропорт. Да, да, да. Выйдете из самолета и войдете в аэропорт. Хорошо. Угу. Так. Дальше. Он. Он ведет из бассейна. Из бассейна. И войдет в душ. Да, и войдет в душ. Так, потом они, про кого-то здесь говорится. Кто не читал у меня? Сабрина, можете читать? Так, что-то не отвечает. Рона, давайте. Они. Они видят из... Музей, музей. Да. Музей. Ага. И? Музей. Видит... И войдут. И войдут. Да, в парк. Хорошо. Угу. Так. Будущее время. Ну, посмотрим. Здесь примеры. Немножко еще другие глаголы. Там вышел и вошел. А тут пошел и пришел. Так. Вот первое. Угу. Так. Давайте, кто? Тайба. Угу. Павел. Павел пойдет в школу. Угу. Лида. Лида пойдет в клуб. Угу. Дети пойдут на экскурсию. Так, посмотрите, пожалуйста, куда пойдет Лида? Она пойдет в клуб. В клуб. Куда пойдут дети? Дети на экскурсию. На экскурсию. А кто пойдет в школу? Павел. Пойдет. Павел пойдет. Хорошо. Так, давайте. Гуля, Николай. Николай идет в спортзал вечером. Так. А Марина идет с работы после обеда. Обеда. Студенты. Студенты придут из университета. Так, хорошо. И откуда придет Николай? Николай из спортзала. Из спортзала. Да. Откуда придут студенты? Из университета. Так. А кто придет с работы? После обеда, да? Нет, Марина. Кто? Нет. Марина. Марина придет. Да, Марина придет. Так, сейчас посмотрим, кто же глаголы. Или пойдет, или придет. Да? Так, кто у меня? Люсия, можете читать? Ага. Ну, вот давайте у нас третья часть. Угу. Завтра. Угу. Пойдет. Угу, угу. С кем? С подругой. Угу. Так. Дальше. Катя. Придет. Да. 9 часов. Угу. Так, дальше кто еще у меня? Джамиля, давайте. Федор. Федор
придет с вокзала утром. Федор после работы придет на вокзал. На, пойдет. Да, пойдет. Пойдет да, на вокзал. Да. Вот еще мы с вами познакомились. Да, эти слова придет или пойдет. Так. И посмотрим. Уже мы знаем, вот здесь с вами три вопроса. Так. Где? Откуда? И куда? Да. И могут быть здесь слова «был», «гулял», «отдыхал». Тогда надо сказать «где». Так, например, слово «аптека», да? «Был» аптеки. В аптеке. Угу. Если вопрос «откуда»? Из аптеки. Форма такая, да. Нам этот вопрос нужен, когда мы говорим, например, пришел, приехал, да? Узнал, бывает тоже, узнал откуда. Но мы сейчас учим глагол движения. Из аптеки. Так. И куда? Винительный падеж. В аптеку. Это начало движения, так? Куда ты хочешь пойти? В аптеку, да? Ага. Ты сейчас в аптеке, например, звоню, да? Да, я пришел туда. Угу. Так. Дальше. Вот он идет. Куда он идет? Он идет в спортзал. Спортзал или на стадион, да. Зачем? Он хочет играть футбол. Да. Играть в футбол. Хорошо. Угу. Так. Женщина куда идет? Идет. На пляж. Отдыхает. Угу. Чтобы, да? Чтобы отдыхать. Угу. Так. Куда они все пришли? Что они хотят? Получить визу? Да, можно. Может быть, они хотят получить визу. А почему? Они хотят путешествовать. Поехать им нужно. Куда-то, причем, наверное, срочно, да? Да. Так. Вот здесь. Куда она пришла? Магазин. Магазин. Что в магазине в этом продают? МВидео. Что? Что? МВидео. А в МВидео что продают? Технические. Технику. Технику, да. Технику. Или электрические, да, всякие приборы. Вот. Она зачем туда пришла? Ее нужно утюг. Ей, да. Ей нужно. Ей нужен утюг. Или она хочет купить, да? Утюг. Так. Вот девушка тоже. Куда она пришла? В какой магазин? Магазин одежды. Что она хочет купить? Она хочет купить рубашку. Футболка. Футболка. Хочет купить футболку. Угу. А вы часто ходите в какие магазины чаще всего? Одежда или продукты? Одежда. Одежда, понятно. Так. Дальше. Вот глаголы. Мы некоторые с вами знаем, да? Поехал, мы знаем. Пошел. Да? У них разные могут быть глаголы. Почему? Потому что разные приставки. Вот. Приехал, пришел, уехал или ушел. Угу. Въехал. Вошел. Такой, да, вариант. Вошел. Выехал или
Вышел. Вышел, когда ногами. Ага, хорошо. Вот они разные. Подъехал. Подошел. Угу. Подъехал. Отъехал. Отошел. Угу. Отошел? Да, отошел. И поехал. Пошел. Пошел. Вот такой глагол. Угу. Так. Сейчас мы несколько примеров посмотрим. А здесь надо вспомнить вопрос к кому. К кому? Может быть, мы делали, но сейчас мы повторим. Это дательный падеж, так? От слова дать или подарить, например, тоже может быть, да? Uh-huh. Вот. И тогда это будет не я звоню друга, а я звоню другу. Да. Или учитель, звоню. Учителю. Учителю. Сестра, значит, будет сестре. Сестре. Да. Сестре. Когда вы говорите, например, я люблю, то тогда будет сестру. Давайте я могу написать. Да. Например, вот вы говорите, я люблю сестру. Так. Больше напишу. Я люблю. Здесь вопрос. Кого? Сестру. Угу. Да. А если... Что там было? Дарить, подарить, да? Ну, может быть, я позвонил. Самое простое. Я позвонил. Кому? Угу. Сестре. Да. Точно. Здесь будет вопрос. Кому? Так, здесь сестру. А там? Сестре. Две сестры будем, можем говорить сестры, да? Что? Там будешь две сестры, можно говорить сестры, да? Нет. Сестры – это другое уже, другое значение. Когда вы говорите «у меня нет кого». У меня нет сестры. Вот. Это мы делали сами, эти значения вы знаете. Так. Вот, тогда здесь будет сестры. Так, ну хорошо. Тогда, чтобы нам не торопиться, вы посмотрите, у вас дом этот урок есть в телефоне? Да. Ага, вот здесь задание тоже. Здесь два нужно падежа. Я пойду куда, например, да, в Сбербанк. Так, я пойду, и здесь нужен винительный падеж. И приду к, здесь нужен дательный падеж. Мы пойдем тоже. Вот так. Приду к кому? Тогда дома посмотрите еще раз эту презентацию внимательно. Как сказать, к кому я приду? Так, это один пример. Но здесь их много. Кому можно прийти? И потом здесь про туристов. Как они смотрят на памятники. Угу. Все, тогда у нас следующий в среду урок. Угу. У вас в группе есть, да, вот этот 29-й? Презентация. Мне кажется, есть. Вот по ней дальше мы продолжаем работать. Пока новые я не буду отправлять. Хорошо? Хорошо. Все. Все, кто слушал, все, кто читал, все, молодцы. До свидания. Да, до встречи тогда. До свидания. Кто спал?
Так, сейчас, стойте. Да, до свидания. До свидания. Кто спал, тоже хорошо. До свидания. До свидания.